Доброе утро. Я очень рад приветствовать вас всех здесь, наших дорогих гостей, тех, которые сейчас, видимо, готовятся на сцену. Сегодня замечательная церемония, замечательное событие, вручение студенческих билетов. Я очень рад, что это происходит у нас в Эрмитажном театре. Я думаю, что всем известно, кому неизвестно, должен знать, что русский балет родился здесь. Он родился в здании, которое было на месте Эрмитажного театра. Это была первая школа. Ну, а дальше русский балет развивался на этой сцене, в этом зале. И мы очень рады, что у нас есть, продолжается все это, и сотрудничество, и такая тесная связь с школой русского балета. И сегодня только, ну, сегодня, конечно, особенное мероприятие, вручение студенческих билетов, но вот первый выход на сцену и торжественные концерты и спектакли Академии русского балета имени Вагановой стали у нас традицией. И у нас много самых разных программ. И я очень рад как раз, что начинающие люди, начинающие артисты балета здесь под мудрым руководством Николая Максимовича приходят к нам. И, конечно, начинать здесь, в театре, где танцевали, где ставили всякие величайшие люди, для очень узкого количества людей, это особая вещь. Я желаю всем вам сегодня замечательных эмоций, самого разного типа эмоций, просто радости, эмоций удовольствия. И еще раз благодарю за наше сотрудничество. Спасибо. Вот и представляется ректору Академии Николаю Максимовичу Цискоридзе. Спасибо. Николай Борисович, спасибо большое. Для нас действительно большая радость и честь всегда сюда приходить, выходить на эту сцену, потому что действительно русский балет родился здесь. Я хочу ко всем вам обратиться, прежде чем мы начнем нашу церемонию. К сожалению, наш учебный год начался с очень трагического события. У нас ушел один из ведущих наших педагогов, Вадим Сергеевич Десницкий, и я попросил вас, давайте почтим его память, потому что этот человек отдал родной школе больше 50 лет. Спасибо большое. Спасибо огромное. К сожалению, вот у нас не только праздники, но иногда бывают такие вот печальные события. Но сегодня у нас праздник, и сегодня родители наших первоклассников, я вас поздравляю, ваши дети впервые выйдут на сцену, они станут уже официально нашими учащимися, так, ну, как бы,
они официально зачислены, конечно, были, но сегодня они уже обретут вкус к профессии, да, почувствуют, что такое выходить на сцену. Я вас всех поздравляю, дай Бог, чтобы этот путь в их жизни был только счастливым. И мне бы всегда очень хотелось, я еще раз к вам обращаюсь, мы говорили в начале года, но еще раз бы хочу, чтобы вы меня услышали, что мы с вами должны быть прежде всего союзниками. Для того, чтобы из ваших детей что-то вышло, мы должны друг друга понимать, друг друга слышать, и тогда и вы, и мы принесем пользу вашему чаду. Так что в добрый путь. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательный праздник. Первый выход на сцену. Академия русского балета имени Агриппины Яковлевны-Вагановой первая в России и одна из старейших профессиональных школ мира. Она основана в 1738 году балетмейстером Жаном Батистом Бланде как императорская танцевальная школа Ее Величества. Мы находимся в историческом месте, где много лет назад возникла колыбель русского балета. От имени всей Академии благодарим Михаила Борисовича Петровского, генерального директора Государственного Эрмитажа, за возможность продолжить историческую императорскую традицию и выйти на эту знаменитую сцену. Около трех веков в Академии развиваются традиции благородной красоты танца, которые воплощены в уникальную методику Агриппины Вагановой. Русские танцовщики сумели освоить иноземную поступь, окрылить ее, наделить русскую терпсихору душой, поэзией и вдохновением. Русский классический балет явил миру много звезд на протяжении веков, прославляющих нашу школу. Это Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Ольга Спесивцева, Михаил Фокин, Галина Уланова, Марина Семенова, Константин Сергеев, Наталья Дудинская, Нинель Кургапкина, Ирина Колпакова и многие другие великие имена. И сегодня на мировых сценах и лучших сценах нашей страны звучат имена наших выпускников. 10 лет вместе с нами, рука об руку, школу возглавляет, развивает, придает ей блеск и вдохновение премьер Большого театра. Народный артист России, лауреат государственных премий Николай Максимович Тискаридзе, ученик великих мастеров Петра Пестова, Марины Семеновой и Галины Улановой. Художественный руководитель Академии, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Жанна Исмаиловна Аюпова, ученица великой Нинель Кургапкиной. Академия бережно хранит традиции классического балетного театра и в то же время активно откликается на все новое. Мы с неизменным успехом ежегодно выступаем в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца. Наши спектакли «Балет Щелкунчик», «Фея кукол», выпускные спектакли любят и ждут поклонники балетного искусства. Воспитанники Академии учатся на высоких образцах классического наследия балетного театра. С первых классов им прививают высокую академическую манеру исполнения, наполненную благородством и внутренним изяществом. Каждый год мы распахиваем двери для новых одаренных учеников. Первоклассники, приглашаем вас на сцену. Thank you.
Слово предоставляется художественному руководителю и первому проректору Академии Жанне Исмаиловне Аюповой. Добрый день, дорогие друзья, гости и родители. У нас сегодня общий праздник. Наши малыши первый раз вот вышли на сцену, достаточно академично. Старшие наши студенты, многие, тоже выходят первый раз в новых партиях, у них у многих премьеры сегодня, так что у нас большой праздник, и можем пожелать только всем удачи, всем здоровья, терпения педагогам, а вам поддержки своих детей и сегодня, и, конечно, поддержки каждый день, потому что все они должны быть здоровы, хорошо питаться, быть спокойными и готовыми ко всем испытаниям. Так что рада вас приветствовать. Слово предоставляется заслуженному деятелю искусств России, декану исполнительского факультета Марине Александровне Васильевой. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые родители и, конечно, наши дорогие дети. Я поздравляю вас с этим праздником. В очередной раз Эрмитаж гостеприимно открыл двери для такого торжественного сегодня события. Прежде всего, конечно, хочу пожелать здоровья родителям, терпения. Дети, вы вступили на прекрасный, очень красивый, но очень трудный путь. И он будет усыпан не только розами, много будет шипов. И вы должны быть к этому готовы, научиться преодолевать усталость, боль. А это часто бывает, у нас будет все болеть. Я вас не пугаю, я просто говорю, что наш путь очень трудный. Но если вы выбрали этот путь, вы решились на это, то я вам желаю прежде всего, конечно, здоровья. И еще я хочу обратиться к родителям и понять одну вещь, что вы обязательно должны все время быть в связке с вашим педагогом, педагогом терпения, классным руководителем. И вот эта преемственность, вы должны все время контактировать с ними, все узнавать. Иногда дети могут быть что-то преувеличивать, потому что вас будут не только хвалить, учтите, вас будут и ругать, а ругают для того, чтобы вы стали лучше. И это вы должны понимать, и родители тоже должны на это правильно реагировать. Я просто говорю это по собственному опыту. И еще бы мне хотелось пожелать родителям, что иногда мы думаем, что если ребенок где-то еще больше получит образование и начнутся дополнительные уроки на стороне, это не всегда приводит к положительным результатам. Поэтому доверяйте, доверяйте Академии, доверяйте тем педагогам, доверяйте нашей школе, которая имеет мировое значение. Поэтому что могу пожелать? Еще раз здоровья, сил, терпения. И, как говорится, прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, я отправляюсь в путь, в добрый путь. Наступает торжественный момент вручения ученических билетов воспитанников Академии. Воспитанники получают ученические билеты из рук ректора Академии Николай Максимович Тискаридзе. Балыкина Екатерина. Ефимов Иосиф. Жукова Эмма. Калашников Павел. Кривобоков Родион. Маракуева Василиса.
Олейникова Мария. Секушин Данил. Ажипа Ксения. Олейникова Александра. Анисимов Степан. Бальнова Бажена. Белимова Александра. Белимова Мария. Белоусова Ульяна. Бабкова Каролина. Бабадулин Лев. Базоров Тимур. Вагнер Марта. Ван Тайра. Ванина Елизавета. Власова Николь. Газизова Арина. Ганбаатар Хулан. Гасымова Кира. Голубков Никита. Горчакова Софья. Дернейко Федор. Ефимов Тихон. Сгонникова Дарья. Иванова Анастасия. Игнатов Матвей. Казакбаев Буранбай. Киба Гасая Мар. Короткова Алиса. Констанция Валерия. Котова Анна. Кузьменко Екатерина. Курбанова Варвара. Линникова Полина. Лисовалов Севал. Маслова Ульяна. Моисеева Александра. Некрасова Валерия. Николенко Алиса. Опилкина Карина. Отгонбояр ГГНЭ. Очковская Мария. Павлова Дарья. Пантюхин Артем. Постникова Мария. Потапова Тамара. Рассказов Макар. Садовникова Дарина. Сафронова Арина. Соболева Мария. Согрина Алена. Соснина Елизавета. Столяренко Вера. Сухоносова Софья.
Трошкина Алена. Файзулина Даниэла. Хомяков Глеб. Червова София. Черных Елизавета. Юрина Елизавета. Ну что, дорогие первоклассники, вы сейчас вот эти аплодисменты были первые в вашей жизни, первые профессиональные аплодисменты, так что дай Бог, они вам принесут удачи. Каждое поколение воспитанников, приступающих на эту прославленную сцену, сцену придворного Эрмитажного театра, дают клятву верности избранному делу, служению танцу. Мы выбираем трудный путь в балетный мир со школьной сцены. Так пусть для каждого из нас родными станут эти стены. Через года любовь к балету в своих сердцах мы пронесем. Волшебному искусству танца мы клятву верности даем. Год – год педагога и наставника. Педагоги – это одни из самых значимых людей в нашей жизни. Они каждый день идут рука об руку вместе с нами, беззаветно служа своему делу, делиться опытом с учениками. Дорогие педагоги, мы благодарим вас за ваш бесценный вклад в наше образование и воспитание. Дорогие воспитанники, вы приняты в большую дружную семью. Поздравляем вас, уважаемые гости. Просим аплодисментами проводить первоклассников в зал.
Thank you.
Thank you.